И всем привет, ребята, вы на канале Мальчик, и сегодня мы будем играть в Принцесс Магнатик. Так, пусть меня сейчас зачморят все, но, ой, меня убили. Но Принцесс Магнат я обожаю, безумно. Правда, редко в него играю. Мне предлагают либо пятницу, либо эту, либо эту. Давайте весну. Давайте пойдем к весне, потому что у весны, я знаю, есть про, ну, она такая, среднячок. Самый такой хороший. Я уже не раз играла в него, но я безумно обожаю Принцесс Магнат. Это прям вот капец. Люблю эту игру. Она такая эстетичная. Там вышло это. Там вышло. Я могу избавиться как-то от своего дома. Стоять. Я сейчас выйду, перезайду. Я сейчас выйду, перезайду. Я хочу в тот дом. Я хочу в тот зеленый дом. Я знаю, что это тупо, но я хочу в него. Нет, я хочу в тот дом. Там есть крокодильчик. Стоять. Я знаю, там есть крокодильчик. Крокодильчик, вернись ко мне. Крокодильчик. Пожалуйста. Я успела, я успела. У меня теперь крутая. Я крутая, у меня есть крокодильчик. У меня он будет на третьем этаже. Вообще, в основном, там другое сильное, но мне как-то все равно. Я знаю, как правильно копить деньги, я уже все знаю, я все выучила. Смотрите, сейчас рулю для тех, кто не понимает. Короче, самые такие, ну, так сказать, сильные, самая сильная, это вон розовая, такая голубая, она среднячок. А вот зелененькая вон та тоже такая себе, средняя. Привет, привет, Богдаш. Короче, вот. И в этом среднячке примерно я люблю выбирать эту. У меня будет... Эй, не воруй деньги. Я не могу писать. Я сейчас твои пойду деньги. О! Обалдеть, я у него сейчас пойду деньги воровать. Понял? Я сейчас твои сворую. О, 2к, как повезло. Я не люблю, когда ко мне кто-то посторонний заходит, поэтому я буду закрывать двери скоро. Обалдеть, ой, 300, ну ладно. Сколько? У меня накопилось достаточно. Это 2... Этот как раз мне подойдет столько. Там есть голубая. Короче, я знаю, воровать плохо, но голубая там стоит и ничего не делает. Давайте голубую пойдем возьмем. У голубой деньги. Она же начала по логически. Мы можем, пока она там начала, взять деньги ее на. О, я забрала. Так, мы мимо будем проходить, типа, такие ля-ля-ля, а сами потом соберем у этого мальчика деньги. А это мой подписчик, не будем забирать, хотя... Ладно, ничего такого. Ой. Так, я сразу деньги свои забираю, чтобы никто у меня их не украл. Ого. Ты деньги у меня не забрал? Не забирай мои деньги. Сейчас пойду твои забирать. Понял? Приятно будет? Чё в моем доме все тусуются? Так. Я защиту купила. Я купила защиту, я теперь буду удваивать дом свой, чтобы он был выше. Пока что пойду погуляю. Там моя подписчица бегает, да? Это же она? Это Кока-Коля! Кока-Коля, привет!
Да. Я пошла к себе домой. Так. Они в курсе, что это защитка, они сейчас умрут, если пройдут. Да ё-моё. Они перепрыгивают, они умные всё-таки. Так, мне нужно 50. Эй! Он мои деньги берет. Нечестно, я пошла его на забирать. Он тусуется у меня и берет мои деньги. Видишь? Я забрала твои деньги. Мои забрать решил, да? Жук. О, а все, никто не перепрыгнет. Хи-хи-хи-хи-хи. А вы не перепрыгните. Все, я поставила себе защиту. Мне надоело, что вы все... Капец какой-то. Они хотят, чтобы я их пустила, но они у меня деньги забирают. Она перелезла. Я заберу свои деньги, пожалуй. Пойду погуляю. Что можно походить, поделать? О, там эти что-то делают. Понятно. Они что-то делают, да? Прикольно. Я могу что-то делать? Там пистолеты разные, обалдеть. О, можно к тебе? Можно к тебе на ковер? Разберешь? Подними. Ну, дай на тебя запрыгну. Давай. Стоять, я на тебя. О, лети! Ну, да блин, ну полети, я за тебя запрыгну. Стой, стой, да полетить! Не хочу полетать, иди сюда. О, там какая-то штука стоять. Там какая-то штука лежит. Я ее могу же подобрать. Могу ее подобрать? Это рука чья-то? Это чья-то рука? Это чья-то рука и чья-то голова? Да? Капец, это чья-то рука и чья-то голова? Где мои подписчики? Богдан, ты чё делаешь у меня дома? Выйди отсюда, ва. Я сейчас у него деньги буду забирать. Он мои забирает. Видишь? А я забрала твои деньги. Все почему? Потому что ты мои забираешь, да? Ты отойди отсюда. Пошли. Я открою тебе. Пойдем. Так ты чё вышел? Я все равно тебе... Тебе открыть? Все, я тебя больше не впущу. Ты у меня деньги забираешь. В смысле как? Откуда ты ковер взяла? Стой, я на тебя запрыгну. Давай. Стой, стой, стой. Полетели. Да я полететь хочу. Ну, докатай меня. Ты прикольно, она меня катать может. Так, все, все, я себя удвоиваю. Ты чё? Мои деньги. Ты чего, моя подписчица, моё крадёт? Я хочу купить вообще-то, что? А, ты откинуться решила? Я тут ни при чём.
Я куплю оружие. Тебя тоже ударю. Понятно? Ты меня тоже ударила. До этого. Ты меня тоже ударила. Эй! Ты! Вонючка! Они вечно у кого-то красть будут что-то. Где они ковер вообще взяли? Они сейчас все с коврами будут бегать, да? Капец какой-то. А я одна живу спокойной жизнью. Пойдемте гулять. Что, Богдан, ты на своем месте стоишь, да? Оп. А что, я не могу? Ну ладно. Там еще кто-то стоит. Что-то там накупили. Эма, это что за радуга? Обалдеть, она что-то радужное купила. Я могу что-то себе позволить из этого? А она тоже решила, типа, допрыгнуть? Да стой, стой, стой. Ты залезь на меня. Это не я. Да. У меня появилось. У меня появился ковер. И вот этот пистолет. О-о-о. Ё-моё! Да, мы ее дом похитили. Пипец. Пипец, я могу брать все, что захочу. Орел какой-то, я могу орла какого-то брать. Я могу к подписчице прилететь. Залазь на меня. Залазь. Залезь на меня. Да ты залазь. Пойдем покатаю. Залазь. Ой, ты. Ты меня убить вздумал? Спасибо. Короче, я тут ни при чем. Я, конечно, взяла, чтобы полетать, но я тут уже ни при чем. Ого, я потолок сделала. Обалдеть, я не думала, что так быстро, но я сделала потолок. За 13 минут видео. Мы заметно богатые стали. Так, что у нас тут? 9 уже? Обалдеть! А, ну они просто быстро копятся, да? Ладно, пойдемте еще что-нибудь поделаем. Капец, там ангелы. Есть кто-нибудь еще? Что еще могу? Хочешь, я к тебе прилечу? Залазь. Ну? Садись. Не садится. Капец. Какие-то грачи. Что они тут делают, летают? Это моя подписчица. Колос, садись. Садись. Понравилось? Садись еще раз. Понравилось? О, какая довольная. Садись.
Ты ну ты сядь. Держишься? Давай. О, довольная. Эти кристаллы. Я кристалл смогла вас поймать. Сколько? 5000, обалдеть. Какие-то грачи, какая-то фигня, пушка какая-то. И все, да? Ты на меня натравляешь или на кого? Где мой дом? А вон он. Что? Заходи. Видишь, у меня тут все по-богатому. Оп, оп, 15. Оп, осьминог. Еще 10 есть. Опа. Ну, все хорошо. Я рада, что у меня все получается. Я могу пойти выйти полетать еще. Мне нравится просто летать. Ой. Это что за бомбежка? Идем к моей подписчице. Чбамс. Ну? Вставай. Где она летит? О, ей понравилось, кажись. Вставай. Капец. Давай еще раз. Давай, залазь. Давай, давай, давай. Я катаю подписчиков. Давай. Куда она? Она улетела? Она улетела куда-то. Да, я тебя подкинула до какого-то чужого дома. Заходите, тусовка начинается. А, ты не хочешь? 15, да? Обалдеть. У меня тут 13. Будь здоров! Так, я могу прийти наверх и что-нибудь взять наверху себе. У меня тут денег просто много. Ого! Я могу себе много взять, позволить. Я могу. Так. Интересно, а вот поймет? Стой, пошли на улицу. Ты чё? Я ж тебя бомбить буду, ты чё? Офигел? Сейчас он у меня это... Он у меня жизни. Я тебя не впущу больше. Я пойду забирать эти кристаллы. Что я забрала в трех кристаллах? О, ну, приличная сумму. Я могу себе что-нибудь взять. Это лук. Это лук. Палбустук. Что, принцессу еще надо покупать же будет. Точно, я забыла. Так, тут всего 2, я знаю, этажа. Я тебя больше не впущу. Ты меня в прошлый раз ударил. Ты знаешь, что у меня есть? У меня есть ковер.
Мне этот ковер дорог. Я тебя больше не впущу. Ты меня ударил. Что, ты сейчас меня бить будешь? Давай. Ой-ой, он сам улетел. Ты не подходи ко мне. Если ты меня ударишь, то я не знаю, что я с тобой сделаю. Нельзя меня бить. Богдаш! Залетай. Давай, залетайте. Хата, тусовка. Еху. 117 надо. Мне надо 17. О, 17,2. А мне 17,5 надо. О, о. Обалдеть. Ладно, пойдемте полетаем пока что. Обалдел, да? Офигеть. Пошли. Стоп, мы же можем влетать в чужие дома и забирать у них деньги, да? Не так ли? 2К, обалдеть. Просто ни с того ни с сего 2К. Это здорово. Ой, хозяйка пришла. Так ты прыгай, чего ты стоишь? Хозяйка пришла, а это не я, если что. Так. 10. Ну, 10 так 10. 10 меня тоже устраивает. Я хочу крокодильчика своего купить. Это будет Денис. Где крокодильчик? Он 15 стоит. Не убей меня. Забирай деньги, но не убивай. А ты меня теперь мстишь? За что? Мне 13. Мне и так нормально. Так, 14. О, 15. Отлично, 15. А чё он свой дом, кстати, не простраивает? 15. Я могу себе купить крокодильчика. Это не крокодильчик? Еще до сих пор? Капец, это, наверное, он 500. Стоит. Это что такое? Ой-ой-ой, надо много, наверное. Они там все у нее забирают. Все, что она у нее есть. Капец. Богдан, ты сейчас заходи. Да, я чувствую себя как дома. Я это тут денежки свои забираю. Пошла за своими вещами. Так. Но это много стоит, я знаю. Они все раскупают, да, сразу? Тоже нельзя. Тоже не могу купить, обалдеть. Что я тогда могу купить? Ничего. Мне даже кристалликов не досталось. 11 есть. Пошлите что-нибудь покупать. Я хочу накопить на 5000. Я хочу крокодильчика себе. О, excuse me. Я могу ходить. Тут девочка стоит. У нее накопилось много. Богдаш. Богдан, привет. Ты у меня денежки брал не раз. Так, подписчица. Залазь. Залазь. Я к тебе прилетела на развлечение.
Подписчица, залазь. Залазь. Вот так, вставай. Вставай, вставай, да. Ну, вставай. Вставай. Ну, так ты встань на меня. Встань. Встань на меня. Да ты, то ё-моё. Что ж не понимает она меня. Девочка стоит. У неё всё здорово. Тут чья-то голова. Вставай. Встань на меня. Да ты вставай. Ладно. Некси домой полетела. О, 22. Ой. Я решилась своего. А, ну я не против. А чё, убить их цель, как обычно, типа, убить и свалить, да? Это всё, что могут сакуны, типа. Я знаю, что такое здесь бывает, очень хорошо знаю, поэтому я здесь и не понимаю, типа, чё надо им. Надо постоянно, чаще всего, лучше покупать потолок, чтобы к тебе вот так вот не залетали. Наоборот, кто построит потолок, тот уже, типа, наверное, элитный какой-то. Но я не могу накопить на своего крокодильчика. Я хочу крокодильчика. Они сейчас будут каждого, да? У меня на всякий случай есть оружка. Все. 10, 11, 4. А, так у них все. У нас теперь нету ковра ни у кого. Они всех поубивали, если так все. А зачем каждому залетать? В смысле, ты как залетел? Привет. Я закупаюсь тут. Ну ты там через верх. Меня раздражает только одно, то, что они убивают, типа, невинных людей за такое. Нельзя. Это плохо. Я его убила. Ты мне разрешаешь? О, ах ты ж дурочка, девочка. Тебя кикнули. А я забрала. А что, ты только это можешь, да? А что, ты только это можешь? Ты можешь только вот этого, только плакать, да? Больше ничего не можешь. А я прыгаю. Видишь, я прыгаю, я живу. Да, ты в моем доме. Ты с моими деньгами. Но я живу. А, ты только-только так можешь же, точно. У тебя своих больше мозгов нет, ты только так можешь. Вонючка кристаллы забрал. Мне главное накопить на дракончика.
Ну, типа, мне как-то дальше все равно. Она типа мстит, типа она стоит, типа такая. Да мне вообще посрать, что она там делает. Глупышка ты и все. А, свалила теперь. Уважительная причина. Это, конечно, мы по-другому не умеем. А, у меня подписчик один свалил. Представляешь, меня сейчас обокрали. Обокрали по полной. Ладно, пошли дракончика покупать. У нас сейчас будет с тобой дракончик, Денис. Так. Крокодильчик! Я только ради этого хотела. У меня есть крокодильчик. И смотри, крокодильчик. Крокодильчик! Уйди! Ты за мной ходишь? Смотри! А это надо его взять и позвать, да, значит? Ну, окей. Пошли сюда. Пошли. Иди сюда. Я его потеряла. Крокодильчик. Он, иди сюда. Ой. Эта вонючка мне мстит. Она мне мстит просто. А я деньги забрала сразу. И оружие сейчас сразу заберу. Вонючка какая, представляете? Сидит меня и убивает. Что-то типа... А я денежки заберу свои, все. Что-то вот мне дальше сделаешь. Ничего. Она меня накраулила на втором этаже. Псина. А я, у меня деньги есть на то. Она меня караулит там, да? Я как понимаю, она меня там караулит. Но мы не будем туда идти. Мы пойдем помогать кому-нибудь. Ага, все. А кто там еще? Она так стоит там или ее нет уже? Или она ушла? Эта дурочка мне теперь мстит будет. Мстить. То, что я типа вот ее. Вот. Не, я Дениса забираю. Все, мы уходим с ним. Пошли. Алмазы упали. Я все равно заберу один. Заберу один хотя бы. 50 хотя бы. Окей. 50 и 100. Стой, стой, стой. Я за алмазом. Я за алмазом бегу. Мне денег мало. Мне алмаз нужен. Я успела. Она мне ко мне в гости идет, да? 50. Ой, 500. Не против я, конечно. И кто это был? Это те самые, у которых, типа, все могущие, да? Вы потратили робаксы впустую, могу сказать. Тратите деньги впустую и бегать и говорить, что, типа, такая вся крутая, каждый может. Каждый. А пойти и показать, что именно ты можешь, это не каждый. Там кто-то что-то мое уронил. Это мое. Да? Это что-то мое. А вон и кружится что-то в небе, да? Ну, сейчас мы постреляем в нее. Мне она надоела, я в нее буду стрелять, я знаю, как эта штука убивает. Сейчас постреляем в нее. Вон она. Дура.
Они на ней не долетают, что ли? Ну, долетите по-братски, я хочу ее это удушить. Не долетают, значит, да? Понятно. А вон еще какая-то. Не, я пойду за этим. За вот этой штукой. Она какая-то более поприятнее. Я только так могу, да? Что, не ожидала, да? Кто стрелять начнет? Сразу прилетела. А что, ты только так можешь, да? Ой-ой-ой, обиделась. Дениса моего положил. Только обиделась. Ой, какая злая. Ой-ой-ой, улетела. Ой, то она у нас улетела, да? А я денежки забрала. Что, стоит там, караулит меня, да? Нет? Пойдем. Заходи. Все чисто. Пошли за Денисом. Меня не убей. Пошли за Денисом. У нас там Денис где-то лежит. Вот он мой Денис. Козяблику. 33 надо. Ух, там целая куча стоит. Я заберу целых два, да? Обалдеть, мне повезло, я забрала целых две коробочки. Уры. 50 и 50. Не против. От такого отказаться это трудно. 45. Так, я как разяблика запустила. Он за мной будет же бегать, да? И он просто везде стоит. Ну, если стоит, то это ладно. Я же могу купить потолок. Я могу не тратиться, я могу купить потолок. Чего Денис мой стоит? А чего стоишь? Пойдем со мной. Так, мы его поставим вот тут. У входа. Ушла. Да подожди, заходи. Он стоит, молодец. Ой, молодец. Я ему тыкнуть могу, и он со мной будет. Он уже за мной везде сам ходит, да? Обалденно. Второй. Тихо, ты застрял? Не застревай так больше. Так, смотрите. Надо 49. Давайте я принцессой стану. О! Я принцесса. И пипец. Я принцесса в трусах с Алиэкспресс. Так, где мой как разябрик? Ой, ты меня потерял, да? Ничего, ничего. Так, 15. Что это за осьминог? Что он может? Ничего? Как я понимаю, ничего? А, он что-то делает все-таки, да? Что именно, мы не понимаем. Там стоят дальше. Короче, они типа такие крутые, купили все. И типа могут кому каждому домой залетать. На самом деле они не крутые, они просто выпендриваются. Но я все равно буду их раздражать, чтобы они злились на меня, злились. Ну и в общем раздражать их, да. Сейчас будем. Да, блин, я не могу подпрыгнуть. Эй, ты, помоги. Спасибо. А я сейчас на них стрелять буду. Что, вы обиделись, что я вас стреляю, да? Ой,
ты обиделась, что я вас стреляю, да? Ой, ты обиделась, как сильно я представляю. Ой, как сильно обиделась. Как родичка. Ушел. Она так сильно обиделась. Они мне кнопку сломали, да? Они мне что-то сломали там. Я что-то увидела. Они что-то мне сломали. Что сломали? Вы принцессу мне убили? Что, это все, что вы можете? Здесь я не могу писать, жалко. Но я знаю, что это все, что они могут. Что вы уже сделали, я ничего не понимаю. Я за крокодильчиком. Я за вот этим луком. Пока я жду, что у меня деньги накопятся, я буду... Ой, ты! Как родильчик на базу. Что, вы мне ее уже решили убить? Все заходим. У меня тут тусовка людей сейчас будет. Обалдеть, да, скажешь? А им больше просто некого домучивать. Они поэтому ко мне только и приходят, да? Они мне принцессу убили. Чё мне делать? Они её убили. Отдай! Эй! У меня дома был. Они взяли его и забрали. Я вас не выпущу, вы-то не выйдете. Капец, сколько их тут много. Ладно, я открою им, пожалуй, двери. А сама свалю пойду. Опа. Я все равно заберу. Ах ты, дурочка. Заморозила гнида. Все-таки убила гнида, да? Это все, что ты можешь. Забегай ко мне в дом. Я закрою, пожалуй. Давайте. Все мои дети. Это что, вы все ко мне сбежались, да? О май гад. Поко. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ко мне все мои дети сбежались. Обалдеть. У меня 69, я же могу на втором этаже себе скоро потолок купить. Если я его куплю, они не смогут ко мне залетать. Совсем скоро они не смогут ко мне залетать. Ой, это что? Это кто купил? Это что вы сделали? А вот. Там сейчас люди будут убивать нас, а я деньги заберу заранее. Ну, короче, они там бомжами стали. Ну, все, они ничего не могут, шибко. Они даже дом не строят, они просто летают ко всем. В смысле, ты закрылась? В смысле, а я? Убери ее. Я-то как? Что мне нужно еще? Мне нужно еще простроиться и докупить пару вещичек, да? Смотрите, они мне принцессу убили. Так, я себе хочу эту забрать. Крокодильчика. Они мне все кнопки? О, нет. Потому что они мне уже настолько сильно типа разозлились на меня, что решили кнопки мои. Это Денис. Ты застрял, Денис? Вылазь. Пошли. Он застрял. Ты застрял? Я тебе помогу. Ой, ты... Все, да? Ты заплакала еще. Ты еще пойди поплачь. Ой, ты... Они заморозили моего Дениса. Я убью вас. Заходите. Я двери оставлю открытыми, пусть все заходят. Они решили сбежаться только ко мне лишь, да? Интересненько. Опа, подарочки открыли.
Можно мне, оставь меня. Ай. Не успела. Что, осьминожку решили забрать? Ой, она умерла случайно. Это не я. Так, 57 надо. Она там перепрыгнет сама, да? Ты. Ты не перепрыгнешь там высоко слишком. Ай, понятно все с ней. 57. 58, нормально. Мы это заберем. Пошлите потолок делать. Сейчас сделаем потолок, нас никто трогать не будет. Во! Потолок! Оно куплено. Теперь они не смогут залетать ко мне. Так как я самая крутая, единственная, кто закончил этот дом, сделала потолок за час. Видео, обалдели? Офигеть, да? Никто еще до такого не додумался. Если честно, уже говорить устала, но все равно. Мне просто давно не играл в Принцесс Магнат. Кто хочет, кстати, я могу купить когда-нибудь себе випочку. Давайте им мстить. Пойдемте. Все взяли пистолеты. Пошлите. Пойдемте, я двери открытыми оставлю для вас. Так, они притихли. А нет, вон они. Тихо. Там это... Они не смогут ко мне, если что, прийти. А мы зайдем, а там потолок у нас. У нас потолок. Поняла, у нас потолок, дурочка. Ты только это можешь, да? Тихо, подожди. Сразись со мной. Ага. Но я у себя дома хотя бы. И вы не можете воровать у меня ничего. Как она это делает? Не, я себе вон что возьму. Капец, она там зомби какую-то взяла. Они вышли, кстати. У меня такое чувство, как будто они вышли, потому что их нету. Они куда-то как будто такое чувство сбежали. Ой, там моя подписчица стоит, она бегает. Я ее не выпустила. Ладно, я ее сейчас выпущу. Ты выходи, если тебе надо. Ты живешь, да, у меня дома? Она решила жить у меня дома. Хорошо. Буда. Угу. Так. О, свет. Люди, у меня тусовка. Заходите все. Я двери открытыми оставлю. Заходи, у меня тут туса. Все приходите ко мне в гости. Все. Так. Денюшки есть, да. Сейчас мы пойдем это, денюшки тратить. Я хочу до конца этот дом достроить просто. Я же типа считаться буду самой крутой, что достроила его. А я еще не достроила. Теперь 35 уровень повысился.
Интересно. Там ничего шибко такого никто не купил. Я открыла двери на всякий случай, чтобы никто не зашел. Ой, открыла, чтобы кто это... Если кто-то захочет, то пусть заходит. Пойдемте, я возьму Дениса, и мы пойдем с ним на прогулочку. Пожалуй, на прогулочку выйдем. А, она там своими делами занимается. Короче, моя подписчица нашла себе развлечение. Так, она вышла, да? Пошли, Денис, со мной на прогулочку. Ого! Там всякое, много чего есть, много кто находится. Так. У вас тут туса, да? Как я понимаю, я вижу, что у вас тут просто все люди собрались здесь, да? Это пипец какой-то. Пойдешь с нами? Ты зелье какое-то принесла? Пошлите. Ну пойдемте, кто хочет. У меня дом открытый. И достроенный уже. Денис, идешь? Он может кого-то. Если я на девочку. Ой. Ко мне! Тихо ко мне. Ты чего разбушевался, Денис? Слышь ты? За мной. Пойдем. Так. Он обойти не может, да? А надо нажимать, да, чтобы он понимал, куда идем, да? Ну, сейчас я его домой к себе приведу. Пойдем. И. Сюда. Сюда. Капец, 48 целых. Что у нас тут? У нас тут вечеринка, ребята. Целая вечеринка. Проходим, давайте, все не стесняемся. Сколько времени? Час ночи. Уже скоро два. Интересное кино. О! Что у вас там за битвы такие страшные? Он начал везде со мной ходить, окей. Сейчас я деньги возьму. Куда ты опять залез? Ой, я застряла. Пойдем гулять. Пойдем гулять. Пошли в гости. Кому-нибудь. Так. Пошли. Ты там не этого все, не убеги никуда далеко. Так, пошли в гости. Эй, я хочу взять. Ты забрала. Всех нормальные способности. Мои подписчики. Может быть, он кого-то загрызет, я не знаю. Ой, как родичка взяли. А, ну я двери то, что открытыми оставила, они теперь везде бегают с ними. Типа. Ну, я не против, типа, зачем? Что такого? Ну, оставила я двери открытыми. Так, ты вошел, да? Офигеть, да, сколько у нас народу? Вот и моя бочка. Смотри, у меня какая зябрик есть. Он, если хочет, я могу его направить. Он... Ого! Он загрызет кого-нибудь. Так, выходи. Что у вас там за битва титанов? Что там за битва титанов? Ё-моё, они типа все оружие почти взяли, да? Что происходит? За что меня?
Они ее сейчас загрызут, да? Ой, ты все, ты со мной, да? Ты моя бочка. Вот знаете, ему сказать то, что все, я это... Мне надо умереть. Ну, то, что меня кто-то обидел. Вот как этот дракончик Денис быстро все решает. Так, заходи, крокодильчик. Забираем денежки и идем наверх продолжать род наш. Там пока крокодильчик внизу отдыхает. Нам просто надо вот это закончить. 46. Ждем. Ну, типа, сразу, чтобы это, а потом вот это все можно было купить. Ну, так проще, наверное. Крокодильчик-то так сильно перепугался. Ой! Крокодильчик. Он под землю упал. В смысле? Что у вас тут происходит? Я не могу понять. Так, я пошла за своим Денисом. Денис или Костя? Я не знаю, кого это. Как его выбрать, как назвать. Но пока что... Да ну ё-моё, 20%, блин, а мне видео еще снимать. На зарядку. Все, мы на зарядочке. Ставим крокодильчика. Эй, ты. Так, надо бы ему кого-нибудь приказать, типа, убить, и он сам. Где он? Что это за девочка? Она постоянно у меня кого-то хватает. Крокодильчик. Влазь. Нам надо ту девочку приэтовать. Он идет? Он ползет, да? Пошли. У нас вон девочка, она какая-то. Она моего крокодильчика взяла. Я просто встала с ним. Крокодил. Где мой крокодильчик? Он до сих пор бежит? Он бежит. Ты чего там застрял? Иди покусай ее. Да ты куда бежишь? Я показываю, что делать, он куда-то не туда. Он за мной побежит вообще или нет? Или он там решил остаться? Такое чувство, как будто там решил. Ты за мной должен ходить. А не я тебе приказывать. Эй, на тебя нажать? И нет? Ничего тебе, все равно. Он решил остаться жить там. Обалдеть. Что у них там за тусовка какая-то? Пипец какая. Крокодилы. Что крокодил мой решил там остаться, да? Нет, он идет. Он пришел домой. Денис, давай, домой, 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 домой. Пойдем. Он за мной, да? Все, он ко мне пришел. 53 целых. В смысле ты? Все, мы ее сейчас убьем с тобой, Денис. Он под землю провалился. Стоять, мы ее сейчас удушим. Нам надо удушить ее. Надо взять Дениса с собой. Он ее съест. Все, мы сейчас ее удушим. Сначала нажмем, чтобы деньги лучше закопились. Так, все, они копятся. Берем это, берем Дениса, берем вот эти звездочки. Дениса спавним на первом этаже, чтобы он ходил за нами. Так. В смысле?
Ты чего? Мы его оставляем тут, он сам, если что, если ему надо будет, он сам выйдет. Так, где и эта дурочка, которая я у меня забирала? Вон она где. Ну, сейчас мы ей покажем, где раки зимуют. Так, крокодил бежит вообще или нет? А, я себе принесла бонус, да? А, так я сама умерла. Пипец, хотела крокодил... Чтоб этого... Чтоб ту убить девочку, а я в итоге убила себя. Ну, хорошо. Допустим. Ладно, давайте возьмем крокодила и вот эту. Они самые такие опасные, я знаю. Если она придет, то мы ее можем этим же и убить. О, вот эту. Взять надо. Пойдемте искать ее. Все, он за мной бегает. Где эта девочка? Она просто это забирает у меня вещи. Вон она где живет. Сейчас мы к ней придем. О, хорошо, подзаработала. Иди сюда. Почему она не умирает? Она умирает медленно. Она умерла. Я ее убила. Денис, мы молодцы. Мы убили девочку. Ой, у нас уже время. Ну ничего страшного, давайте доиграем и закончим видео. Я хочу просто безумно построить этот дом до конца. Что будет, если мы не будем от слова совсем это трогать? Ну типа, оно же будет зарабатываться. Ты опять застрял. Пошли. Пойдем. Пойдемте сражаться со всеми. Пойдем, 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 пойдем. Денис, пошли, пошли. Вон там это. Ой-ой-ой-ой-ой. Я себя затравила случайно. Ну вон эта девочка, вон она. Ай-яй-яй, меня сейчас может убить. Ага. А ты хорошо устроилась, детка? Только ты умираешь. Она умерла. Будь здорова. Мои крокодильчики. Она умерла быстро. И беспощадно. Ну вы сейчас будете все умирать, да. Это газовая атака. Это газовая атака. Вы умерли. Что вы делаете? А, все, вы подобрели. Так, смотрите, 75 уже. Пойдемте тогда наверх. И возьмем эту. Крокодильчик, ты там стой. Сейчас нам надо эту купить. Ой, это сапоги с Харакода взяла себе. Интересно, 59. Блин, а мне надо вот тут, а вот тут и все. Ну, типа, так быстрее деньги приходят. Где мы? Вот ты мой, где крокодильчик. Короче. Это газовая атака. Мы тебя не взлюбили, но ты просто убила меня один раз. И я тебя убью второй уже. Так, вон там девочка, кстати. Я жду, пока, типа, они выйдут.
тут они сражаются все. Все равно сквозь эту проходит. Ну ладно. Окей, допустим. Что можно поделать? Если я тут позапускаю, кто попадется, но это не мои проблемы, мы уже. Такая завоя, такая. Ах, вон она на кого решила поохотиться. Пошли, Денис, сражаться. На. Газовая атака. На. Атака. Она решила типа в доверие втереться. Прикиньте, какая она падла. Она типа втерлась в доверие, а сама на самом деле вот так вот подло поступила. Это капец. За такое сейчас ее убьем. За такое ее сейчас убьем. На части. Так, берем Дениса, берем обязательно это. А, это надо больше, да? Окей, сейчас возьмем денег. Я хочу просто ускорить процесс моих денег. Это что-то не... Ах, она вон где. Она решила и ко мне в дом зайти, значит. Я закрыла. Ты дурочка, я закрыла все. А я ее прощала. А все, мы сейчас знаю, что сделаем. Пошла нафиг, я закрыла двери. Никто ко мне больше не войдет. Все. Как вы со мной, так и я с вами. Раз, два возьму. Эту добавить. Ага, тут еще 75 надо. Обалдели, что ли? Кто там уже вошел? Привет, доброе утро. Что ты? Что ты ко мне в доверие типа тереться решила, да? Креветка. У меня есть в друзьях креветка? Ты у меня не в друзьях, креветка. Я креветку убила. Она не у меня не в друзьях, и я ее не люблю. Пойдем, кола. Кока-коля. Алмазы. Дай мне две штучки взять. Ура, у меня есть алмазы. Что я взяла? 2000 и 2000. Неплохо. Заходите. Пока можно было, я открыла. Ну там девочка все еще и ползет. Я открыла. Давай. Заходи. Давай, давай. Ну быстрей. Давай. Ну, ну, ну. Давай. Все. Ты у меня жить будешь тут. Хотя ладно, я открою, что мне. Мне тереть нечего все равно. Блин, а у меня же не 75. Что мне тоже делать? Пойду кого-нибудь поубиваю, что. А ну он все равно потом ко мне придет, я знаю. А я умнее, чем вы. Мое чудо сейчас к вам домой влетит. А, это уже Денис влетит, да? Ах, ты только с угла можешь, да, крыса? Сама выйти не можешь, да, побороться?
Чё, креветка, доброе утро. Типа, Росомаха крутая, да? Ну, на. Я же знаю, кто круче. Я же знаю, кто тебя может выиграть. Сейчас она, если сверху нападет, то я сверху на нее. Ну я же могу ее убить по-логически. Ах ты ж, крыса, на. Она дура, она крыса, она быстро к меня разоблачила. Вот ты, господи, моя девочка бегает тут. С моим кальмаром. Смотрите, какая миленькая. Так, я взяла ножик. Она у меня дома живет, да? В принципе, как я понимаю, я не против. Ну окей. О, давайте новое оружие купим. Акула? Что она делает? Окей, давайте купим это, возьмем. Ну и Дениса чисто за компанию. Что делает эта акула? Что она может кому-то руку откусить? Я не понимаю, что делает эта акула. Она кого-то убивает. Обалдеть, она летает. А, ее докинуть надо до кого-то. Обалденно. Стоять. Я поставила. Она сейчас умирать будет. Она умирает медленно. Она умирает же. Она умирает. Я знаю, что она умирает. Но я ей сделала все возможное. Кстати, она сейчас там на крыше бегает, и я ее могу спокойно, типа, закидать чем-нибудь. Да, я не понимаю, что это за штука. Она меня протестирует. Что это за штука? Так, вот это возьмем. И я не знаю, что еще взять. Акулу, я не знаю, что это такое. Это что-то. Что-то с чем-то. Да, давай. У нас там дротики есть, давай. Мы в нее стреляем, смысл? Типа такая крутая, да? Ой, я ее заперла. Тихо, выходи. Пойдем. Или ты у меня там дома собралась жить? Ты что там тоже всех подряд в дом пускаешь? У них тоже сапоги скороходы. Кого бы тоже? А вон вот этих надо пристрелить. Давайте, 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 стреляем, стреляем. Это что за стрельба? Жесткая стрельба. Стреляем во всех. Капец. Жесткая стрельба. Она без оружия. Она сейчас без оружия. Мы ее сейчас убьем. Она же без оружия. Иди сюда. Что ты сделаешь у тебя? Ты-то без оружия. Иди сюда. Ага. Еще и алмазы. Эй, я хотела алмазы взять. Она еще и без оружия. Ой, только во мне руки. Ты в меня стрельнула. Ты не понимаешь, да, тоже что хоть? Это я вот не знаю, не понимаю ее. Я себе охранников наняла, короче. Они все меня охраняют. Блин, мне надо накопить денег, и я хочу купить все оставшиеся там оружие. Пока будем обстреливаться. Издалека. С меткостью у меня не все хорошо. Ну, кто есть на улице, сейчас обстреливать будем. Вон она. Она там решила отбежать, типа, да?
Мы обстреливаем тебя. Мы обстреливаем, мы обстреливаем, мы обстреливаем. Давай, на. Пошла нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. Ой, она умерла. Стоять, иди, иди сюда. Ты что, умерла, да? Ой, какая жалость. 83. Неплохо. Можно пойти и подзарядить типа подлучше. Ой, ты господи, Денис. Сейчас я лучше сделаю, типа, последнее. И все, можно не переживать. О! Нам осталось, типа, только вот это купить и все как-то. Короче, ждем, чтобы докупить это и сваливаем. О, мои подписчики там что-то задумали. Окей, так, я вижу их. Опа, опа, опа. Кого я сразу вижу? Иди сюда, скороход-то наш, да? Креветочка. Ну-ка, на. Пошла нафиг. А я ж сильнее, я знаю. Я-то у входа стою. А я, если что, закрою. Я, если что, прикрою. Все, да? Ты чё, как ты так зашла? Ты там... Выйти хотела, да? Давай, давай, давай. Обстреливай, 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 обстреливай. Я вижу, две девочки бегут. Давай, давай, давай. На, 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 на. Мы ее добили. Нога крутится. Лошара. Мы же сильнее. О, 57. Мы сейчас закроем, подождите, мы сейчас закроем, мы сейчас закроем, отойди. Мы закроем сейчас, она не выйдет. Как она выйдет? Если за... Ой, я случайно убила подписчицу. Спасибо. Ну, блин, она же не выйдет, она знает, и я не открою, пока она не уйдет. О, ура, мы ее победили. Можете заходить все дружно. Мы ее выиграли, вы молодцы. Так, нам осталось только купить две вещи крутых. Пока все, что я вижу крутое, это вот эти, которые у меня есть в инвентаре. Все. Что она так сильно рвется ко мне домой, я без понятия. О, там стоит она. Убила. Обалдеть. Убила ее. Кинула араба. Араба на петляма. Типа, а чё чел улетает? Ой, за мной сзади акула была. Стоямба, закрываем двери. Ты, мы тебя убьем все равно. Давай, 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 добивай, 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 добей ее. Я знаю, что у нее мало всего. Да мы тебя добьем и все. Что ты так волнуешься? Дракончик, фас. Давай, добей, ну добей ее. Не будь сыкухой, мы тебя добьем. Уже не добьем. Она зашла домой. Дракончик там мой где-то стоит. Где-то. А я двери закрыла, тут где-то мои подписчики должны были стоять. Ну ладно, они, наверное, ушли.
Как я понимаю. Ничего себе, я накопила. Отошла на пару минуточек. Накопила много. Сейчас мы, короче, купим что-нибудь новенькое. Давайте. Что я куплю новенькое? Топор. Обалдеть. Топоры мы еще такого не покупали. Интересно. Давайте. Я новую вещь изобрела. Топор. Ну, пойдемте убьем их топором. Ух, она решила по-жесткому типа играть, да? Ща, она тут стоит. Ну иди ты сюда, я хочу просто взять топор. Ну и топором тебя присвоить. Типа помоги мне, да? Мгновенно. А что ты? Типа ее защищаешь, да? Я могу двери закрыть. Все. Ко мне никто не зайдет. Это моя подписчица, которая тут стоит. Ты выйти хочешь, да? Выйдешь? Я... Ладно. Подождем, пока она захочет выйти. Как я понимаю, она просто пока что не хочет. А ее акула интересует. Понятно. Короче, топор. Это хорошее решение. Горло болит. Пошли. Пойдем на охоту. Выходи. Давай. Ну, выходи со мной, да. Давай обстреливать всех подряд. Давай, давай, давай. Обстрел. Обстрел, обстрел, обстрел. Давай, давай, давай. Ну, обстреливай их. Я тебе не открою двери. Надо было брать. Давай, давай, давай. Ты не взяла, да? А, нет, взяла. Бежим. Она меня убила. И тебя убила. Тварь. Бежим. Давай. Ну, деньги забрали. Отлично. Хардкор. Нам больше ничего не нужно, как кроме одного. Забрать наше самое драгоценное. Это вот это, вот это и вот это. Все. Что, я эту не взяла? Так. А, ты уже прибежала. Сразу готова. Давай. Ой, сбегай. Я закрою. Отходи от двери, она. Отходи, отходи, отходи. Что это? Это все, что ты можешь, да? Давай, 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 давай. Ага, ага. А я встану. За укрытие, типа. Ну и все, да. Ко мне там никак не зайдет. Что? Ах ты, дурочка. Пойдем. Пойдем, она ушла. Да пошли, она ушла же. Ты все-таки около нас будешь летать, да, на всякий безопасный случай. Сейчас я крокодила вытащила. Пошли. Я там сейчас новое оружие могу купить. У меня с чем-то. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. А ты что стало? Пошли. Я могу новое оружие купить. Пойдем. Нет? Я не могу. А почему? Это сколько, типа... 4-0? Это сколько? Где мой крокодильчик? Куда мой делся мой крокодильчик? А, ты застрял? А, вы зайти хотите, да? Забегайте. Все очень трудно, да? Но сейчас мы выживем, подождите. Они у Богдана дома. Пошла нафиг. Пошла нафиг.
И ты пошла нафиг. Стоять. Пошла. И ты иди отсюда. И ты. А я домой. А я знаю, куда бежать. Что это все? Ну. Ой. Ну мы убили их. Так. Ты у нас жив, да, остался? Залетай. Окей. Let's go. Нам надо с тобой быренько что-нибудь взять. Так, вот это. Вот это. Я до сих пор не могу вот это взять. Я же... Бластер какой-то новый. Он убивает сильно. Что это за пистолет? Я окончила весь свой дом. Интересно. Я хочу узнать, что... Что за пистолет? Это вы тут или нет? Я не люблю вот этих людей, которые типа на ковре и могут типа «Вау, мы все можем», а на самом деле ничего не могут. Ну, в общем, ребята, нам придется прощаться. Я хочу только узнать, насколько сильно бьет этот пистолет и свалить, если честно. Поэтому я ищу сейчас свой пистолет Богдана. Богдана приветываемся. Да ё-моё. Как забрать... О, ты крокодильчика взяла, да? А я пистолет не могу забрать. Потому что вы все на все кнопки понажимали, да? Офигенно. Так. Ну и? Надо на другую нажать, чтобы это сработало, типа. Сколько сильно бьет? Бьет он тебя, нет? Меня... Я хочу забрать его. Ударь меня, попробуй. Ударь. Привет. О, я могу его взять. Стой, иди сюда, Богдан. Иди сюда, я его проверю. Мы дебилы. На. Это перестрелка. Дружбы. О, тут это типа патроны? Обалдеть. А, ну я типа, да. Ну, в принципе, ребят, мы, наверное, на этом и закончим. Потому что я уже просто наснималась, в принципе. Ну, а с вами была я, София. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Ну, а пока.